смотрите программу «Дети в городе» и рубрику «Новости спорта». Все дети любят лошадок, но у некоторых эта любовь перерастает в увлечение конным спортом. И кому же не интересно понаблюдать за детскими соревнованиями? Приглашаем вас отправиться вместе с нами на соревнования по конкуру. А для тех, кто еще не знает, что это, пойдемте с нами, мы вам все покажем. Конкур – это наиболее зрелищный вид конного спорта. Для того, чтобы победить в этих соревнованиях, всадник должен быть одним целым со своей лошадью. Этот вид соревнований не только преодоление реальных препятствий, но и собственных страхов. Сколько лет ты уже занимаешься конным спортом? Я занимаюсь конным спортом уже 5 лет. Ого! И сколько что-то нового из этого узнала? То, что именно вот я выбрала такой вид спорта, и в этом виде спорта нужно почувствовать лошадь, и тогда у тебя будет с ним взаимосвязь, и ты хорошо все будешь делать. И лошадь тебя будет понимать и любить. В сегодняшних соревнованиях участвуют как аматоры, так и профессионалы. Чтобы выбрать победителя, судьи смотрят на чистоту и резвость пройденного маршрута. Это удивительное зрелище, когда ребенок управляет таким большим животным. Сколько ты уже занимаешься конным спортом? Я уже занимаюсь конным спортом 5 лет. Как можешь вообще рассказать, с чего все начиналось? Началось вообще всего, что я очень люблю животных. И меня как-то привезли на конюшню просто попробовать посидеть на лошадке, что да как. Мне очень понравилось. Я начала чаще ездить. Спустя 2 года мне купили первую лошадь. Как ты вообще пришла в этот спорт? Я залезла в интернет, я занималась раньше художественной гимнастикой, и мне понравились еще лошади. Они очень умные, очень добрые, мне захотелось попробовать. Если слиться с лошадью воедино, можно ли занимать первые места? Вообще всадники стремятся стать лошадью воедино, потому что это получается как команда. Ты доверяешь лошади, лошадь тебе, и она начинает тебя выручать. Вот и пришло время нашей викторины. Слушайте вопрос. Как называется соревнование на мощность прыжка в конкуре? Ждем ваших ответов в комментариях под видео в нашей группе. Лошади имеют замечательную способность поднимать настроение. И в таком прекрасном настроении мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пока. Пока.